На столицу надвигаются сразу два новых штамма вируса – колорадский и сингапурский. Самое время делать прививки. 500 000 москвичей уже прошли эту процедуру, причем бесплатно. Более того, врачи скоро получат первую в России 4-валентную вакцину. Что это даст? Что даст в борьбе с коварным противником? Узнала Марина Булага. Третий год подряд в Москве массово бороться с гриппом начинают еще до начала эпидемиологического сезона. И лучшее оружие в этой битве – вакцинация. Пожалуйста, правую ручку освободите от одежды. Привиться бесплатно можно в поликлиниках, школах и мобильных пунктах вакцинации. Их количество в этом году увеличилось – более 100 точек по всему городу. Станции метро, МЦК, вокзалы, МФЦ и даже крупные торговые центры. Я здесь недалеко работаю. Я в обед выхожу. Сделала очень удобно. А в наше время не всегда даже можно болеть. Вот лично с моей работой, как говорится, нет времени не болеть, ничего. После прививки иммунитету необходимо от 2 до 4 недель, чтобы адаптироваться. Поэтому вакцинацию начинают еще в сентябре. Ведь пик заболеваемости приходится на ноябрь-декабрь. Статистические данные показывают, что акция прошлого года по вакцинации жителей города Москвы привела к тому, что уровень заболеваемости упал в разы. Штаммы гриппа отличаются в зависимости от географии. Вирус, которым болеет по ту сторону экватора, может сильно отличаться от того, что атакует наше полушарие. Соответственно, и прививаться нужно по-разному. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году Россию ждут два новых штамма гриппа – сингапурский и колорадский. Они включены в профилактические вакцины. Используется вакцина Гриппол Плюс. Это 3-валентная вакцина с актуальными штаммами гриппа для сезона 2018-2019. 3-валентные вакцины защищают от 2 штаммов А – это самый опасный вид вирусов – и 1 Б. Но в этом году есть возможность привиться сразу от 4 типов. Впервые в предстоящем сезоне будет использована 4-валентная вакцина для улучшения и повышения активности иммунизации населения. Первую 4-валентную вакцину в Россию, которую уже признали одной из лучших в мире, теперь выпускают в подмосковном Подольске. В состав вакцины входит 5 микрограмм каждого антигена по сравнению с 15 микрограммами каждого антигена в зарубежных аналогах. Таким образом, обеспечивается высокая иммунная защита при минимальном риске развития побочных явлений. Формулу разрабатывали несколько лет, организовали производство полного цикла. Одна машина замешивает препарат, другая разливает сразу в шприцы, третья маркирует упаковки. Для препарата на складе создали специальное помещение. По сути, это большой холодильник. Здесь поддерживается температура от 2 до 8 градусов. А для транспортировки каждую коробку с вакциной помещают в контейнер со специальной системой охлаждения. Инновационный препарат будет доступен уже в следующем месяце. А бесплатная вакцинация в поликлиниках и мобильных пунктах продлится до 28 октября. Марина Булага, Иван Харитонов, Екатерина Черушева и Яна Новикова. Вести.